Друзья, всем большой привет! Обзор самых новых и интересных новинок из магазина Светофор. К счастью, в нашем городе туалетная бумага стоит на месте, тут ее никто не раскупает, город Ижевск, Маяковского 10. Полки все завалены, магазин работает в обычном режиме. Гель Сорти Колор, чистота и мягкость, который быстро растворяется и отлично выполаскивается. Дата изготовления стоит свежая. Большая удобная туба хватит надолго, подойдет для цветных и белых вещей, можно стирать в машине автомат или в ручной стирке. В этой упаковке 3 литра 232,90. Гель Сорти Лоск стандарт на 3 литра. Написано, что очень экономная, на 46 стирок 271,90. Влажная туалетная бумага Сенса с экстрактом ромашки и молочной кислотой, увлажнение и нежный уход в упаковке 100 листов. Отличное решение, когда закончилась бумажная бумага, самая недорогая цена 41,90. От российского производителя очередная классная новинка, столик-подставка универсальный. Даже подойдет на прикроватный столик. Выполнен из матового пластика полипропилен. Столик крепкий, большой, удобный размер. С обратной стороны также матовый пластик, сделано все очень аккуратно. На этом столике можно выполнять различные функции, нанесен пищевой знак. Изготавливает Россия, Республика Татарстан. Хороший столик, мне понравился в этом магазине в одном цвете. Привезли столиков много, цена 158,90. Шланг поливочный, диаметр 3,4, длина 20 метров. Трехслойный с усиленной нитью, военный. Продается вот в такой сложенной упаковке, но хочу сказать, он очень тяжелый. Края запаяны, состав ПВХ, производит Россия, цена 409,50. А следующий шланг поливочный, диаметр 3×4, также 20 метров. А разница в том, что он однослойный и намного легче, чем предыдущий. Название шланга «Семицветик» производит город Батайск, цена 331,90. Весы электронные и бытовые работают от двух пальчиковых батареек. Срок службы 2 года, производит Китай, и вот так вот выглядит с обратной стороны. Весы продаются вот в такой красивой коробке. Цена деления 100 грамм, максимальная нагрузка 180 кг. На выбор в 5 расцветках, на коробке отмечена галочкой. Красивый дизайн, платформа из полированного стекла, цифровой жидкокристаллический дисплей. Включение одним прикосновением, есть индикатор перегрузки, индикатор замены батареи, автоматическое обнуление и отключение. Работает от двух батареек, которые уже в комплекте. 338,90. Кухонные круглые сенсорные весы от марки Люме. Работает от батарейки таблетки, которые уже в комплекте. Весы на четырех ножках. С обратной стороны есть отверстие, на что можно повесить эти весы. Цифровой жидкокристаллический дисплей, сенсорная кнопка включения, поверхность из закаленного стекла. Максимальная нагрузка 5 кг, есть функция тара и индикатор перегрузки, цена деления 1 кг. Взвешивание в различных единицах измерения, грамм, килограмм и миллилитры. Весы продаются в различных расцветках, но в нашем магазине я нашла только один вид, розовое гербо. Продается в небольшой красивой упаковке, можно прикупить на подарок. 315,90. К нам завезли стеклянный чайник от Home Element на 2 литра. У чайника закрытый нагревательный элемент, 3 степени защиты, светодиодная подсветка, сделанная из натурального стекла. Крышка изготовлена из пищевого полипропилена, нержавеющая сталь и стекло. Чайник вращается на подставке на 360 градусов. Также он очень легкий, с удобной ручкой. Мощность 1800 Вт, подключение к сети через базу питания. Автоматическое отключение при закипании и отключение при недостаточном количестве воды. Светодиодная подсветка светится синим цветом. Чайник продается в коробке, современный и эргономичный дизайн. 584,90. Стеклянная тарелка глубокая суповая, диаметр 22 см. Стекло у тарелки не понравилось, непрозрачное и мутное. Состав натрий, кальций, упрочненное стекло, производит город Бор. 39,50. Из этой же серии Инвинштейн салатник на 2 литра, диаметр 21 см. Отличный салатник, и стекло уже не матовое, а прозрачное. Состав и производитель тот же, цена 76,90. Кронштейн настенный, подходит для телевизоров с диагональю 10-49 дюйм.
На обратной стороне коробки указаны все размеры, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, максимальная нагрузка 25 кг. Дистанция от стены 9-18 см, регулировка угла наклона и поворота. Изготовлены из плотной стали уже с готовыми размерами. Детали и запчасти от кронштейна достаточно тяжелые. В наборе есть все соединительные элементы крепления не более 20 см. Кронштейн наклонно-поворотный, выдвижной, легкий монтаж. 398,90. Органическое удобрение 5 литров, которое заменит 500 кг навоза. Готовое питание и защита растений от семян до урожая. На емкости написано, как можно опрыскивать и поливать. В составе азот, фосфор, калий, гуматы и все микроэлементы. Нормализует кислотность почвы, не содержит семян сорняков и личинок вредителей. Гарантийный срок хранения 3 года производит город Киров. 127,50. Радует, что появляются товары российского производителя, это контейнер хозяйственный. Контейнер узкий и выдвижной, снизу 4 колесика. Ручка с одной стороны, размеры 44x17, высота 26 см. Качество изготовления отличное, сделано из плотного пластика. Изготовлено по ГОСТу и не содержит бисфенол А. Нету отметки о том, что можно хранить пищевые продукты. Состав полипропилен производит Россия, Республика Татарстан. 97,90. Контейнер для специй на 5 секций, 4 разделителя уже в комплекте. Размеры 28x14, высота 8 см. Но почему-то пищевой знак не указан. 4 отделителя, которые вставляются в специальные отверстия. Отличный контейнер от российского производителя. Изготовитель полимер быт Россия, город Москва. 64,90. Еще один отличный контейнер, переноска универсальный, который изготавливает также Россия. У контейнера 3 отделения, удобная широкая ручка, по качеству сделана хорошо. Сюда можно сложить много чистящих средств и все перетаскивать в одном контейнере. Контейнер не для пищевых продуктов и не содержит бисфенол А. Изготавливает Россия, Республика Татарстан, 75,90. Для детей супер раскраски с веселыми заданиями. Внутри малыша ждут запутанные лабиринты, увлекательные головоломки, забавные герои, которых он может раскрасить в свои любимые цвета. Картинки раскраски на всю страницу с очень интересными заданиями. Крупный шрифт, задания легкие и простые. Издание для детей младшего школьного возраста для развития творческих способностей и мышления вашего ребенка. Раскраска есть «Готовлюсь к школе», первые уроки, развивающие игры и веселые задания. У раскраски очень много страниц с толщиной примерно 1 см, формат А4. Листы плотные, шершавые, можно рисовать карандашами и фломастерами. 45,50. Уже завезли весенне-летние детские кроссовки в ассортименте с разными размерами. Эти кроссовки на липучке, хорошее качество и самое главное, они очень легкие. У подошвы состав Эва, верх текстиль. Внутри съемная стелька, все ровно и качественно прошито. Синие кроссовки на шнурках и на липучке. И третий вид кроссовок в розовом цвете. Гарантия 1 месяц со дня продажи. 283,90. Сабо утепленные подойдут для мужчин и для женщин, размеры от 36 до 46. Везде ровные строчки, качество мне понравились. Пяточная часть заужена и также они очень легкие. Состав этиленвинилацетат производит Тульская область, город Донской. Теплые, внутри искусственный мех. Гарантийный срок 1 месяц, 128,50. И это все новинки, которые были представлены на 22 марта. А еще я заметила, что в магазин Светофор стали завозить очень много товара. Никогда я не видела такого огромного завоза, особенно продуктов питания. Всем отличного дня, здоровья вам и вашим близким. Всем пока-пока.